Последний Як-40, сделанный в 77 году. С волнением и подъемом готовились к его досрочной сдаче работники Саратовского авиазавода. Мастер первой категории Иван Федорович Коврастухин руководит бригадой, где многие имеют личные грифы. Бригадой было запланировано на год 7 рационализаторских предложений, подано и внедрено 9. Бригада Михаила Ивановича Калина занимается окончательной отделкой салонов. И вот новорожденный покидает родные стены. Счастливого пути!